Мы находимся в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца, названном в честь ордена святого Андрея Первозванного. Андреевский зал поражает своей красотой, изяществом и внутренним убранством. И это неудивительно, ведь здесь восседали императоры и императрицы России. За моей спиной вы увидите место, где располагался трон. Обычно там ставили три стула для правителя, его супруги и матери. Компания «Арт-паркет» провела реставрационные работы в Андреевском зале с частичной заменой некоторых элементов напольного покрытия, с последующей шлифовкой и лакировкой всего паркетного ансамбля. Также компания «Арт-паркет» был изготовлен подиум под трон.